Привет, сегодня 8 июля, находимся на Красноозерке. Ну, в данный момент, конечно, не на Красноозерке. Плотина, дорога, вот, короче, вот там вот дорога идет возле кустов. Ну, это плотина. Сразу же за плотиной, через 5 метров Красноозерка сама находится. А вот эта речушка залитая, что с Красноозерки выходит. В общем, ни одной поклевки на удочку. Никого не поймали в Красноозерке. Насчет ротанов хуй знает. Ну, конечно же, там, если была бы кошка, мы бы сейчас просто разодрали эти мудорезы. И можно было бы удочки нормально покидать, как обычно карася ловят. А мы так с лодочки покидали, сеточку воткнули, короче, щебачков поймалось там, окуньков, чурогаечка одна залезла. Но еще не вытаскивали, короче. Сейчас пойдем по речке вниз, тут метров 200-250, и на РТШ попробуем половить на спиннинге. Может, стрелятка будет или что-нибудь еще. Всем пока. Нихуя. Вот так. Короче, поймал такого же налимчика, как вчера, блядь. Но, ребята, я бы его не поймал, если бы он не сам. Кстати, вот, чебачков покажи, сколько там поймали. Червей тут не узнаю. Чебаки ни хера на удочку не хотят крупные ловиться, только такие. А налим, вот смотрите, ребята. Покажи. Просто тупо сам подсекся. Видно? Видите? Вообще я просто. Блять, отрёсся он, пиздец. Вот такой налимушка. Ну чё, второй налимчик нынче. Ну этот клюй налимчик. Главное, ходит и не клюет. Да, друг? Ну, налимуня, налимунька, мы тебя съесть и хочем, понимаешь? Я налимчиков люблю, хоть ты и маленький корефан, ну, извини. Вот, ребятки, поймал налимончика. Сейчас чуть не ушел, блядь. Сачок дырявый, эндатра прогрызла была. Ну, хуй знает сколько. Может, с полкило. Нормальный налимон. июля 2017 года выехали, в общем, рыбачить, ну, специально налимов половить. Зашли в одну речушку, Пашка вдруг поймал штук 10 окуней на маленькую блесенку. Поймал он две щуки примерно по 1,5 килограмма. Что-то у меня вот клюет. Подожди, стой, у меня вроде клюет. Ну и, в общем-то, я поймал два налимчика. Вот такого вот. Вот налим. И вот в садочке. Сейчас взвешу. Короче, небольшой налим. Сейчас. Так, 260. И нету. Грамм. Что, идет? О, Пашкины щуки. Идет, нет? Щука вроде есть. Ага, стерляжина, понял. Ты охуел, блядь, парень. Ты только про стерлядку сказал, блядь. Ага. Цаца будет довольна. Цаца, блядь. Ну и у меня такая же попадалась. 200 грамм она весит. Убей. У берега? Чё, нормальная стерлядка, блядь. А у меня всего лишь два налима. Ну-ка давай возьми для сравнения щук.
будет очень довольна. Слушай, у тебя сегодня такое, это обоих бери. Это разнообразие рыбы, блядь. И окунь. Ну-ка стой, я сейчас твоих окуней сейчас засниму. Хуя он надергал, блядь. И на лима, блядь. И окуня, блядь, вот такого поймал. О. Ебать, мой хуй. Нормально, короче, у тебя уловчик сегодня. Разъебат. Я доволен. Что-то он охуел, этот парень, блядь. Нихуя себе ты близко у берега закидываешь. Уже намотал нахуй километр. Проебало. Проебал? Все глядя на баланы. Думаешь? Что пудово. Так льет. Колокольчик одень там. Ага. Пять. Пять. Три маленьких. Ну, в смысле, один большой. Два маленьких. И вот сейчас два средних. Вот так вот светлячки работают мои. Поклевок нет, у меня сейчас какая-то хуйня сорвалась. Килограмм на 5. Уж клюет, подожди, писюн. Стой, не понял. Или просто что-то дернуло. Не клюет. Не, не идет. Просто, может быть, наверное, это. Просто, наверное, ходила эта хуйня. В смысле? А, ну. Блядь, зацепилась другое место. Ну стой, я тебя в карман положу. Да нихуя, сорвалось что-то. Червей обожрали нахуй. Ну клювало заебись. Сейчас попробую одеть червей. Да заново ебануть. Может что попадется. Че за хуйня, блядь. Червей прям на обоих сожрали. Прикинь. А? Чё ты говоришь? Суки, да. Я тебя не слышу, ты у меня в кармане лежишь. Я с Пашкой разговаривал. У меня ещё камера стоит, снимает. В темноту. Блять. Пиздец, тут спутался у меня поводок. Крючочек спутался. Понятно как, блядь. Вот так пойдет. Блядь, что за хуйня? Не понимаю, ребятки, что-то клюнуло, блядь. Так, ребята, сегодня, по-моему, уже 12 июля. 12 июля. Сейчас я вам покажу, что я сегодня наловил. Поймал вот этого налимчика. Вот этого. Вот он. Поймал я, что еще? Вот этого налимчика. Вот этого. Поймал я вот эту стерляженку. Вот эту вот. И вот сейчас буквально вытащил вот это вот дрища, леща. Лопатина шла нормально. Сейчас повешаем, ребятки. Для начала взвешиваю стерляженку. Сколько она у нас потянет. Стерлядочка. Двести сорок грамм дреща налимчика. Так,
на лимчика. Налим 110 грамм, пиздит. 115 грамм. Ладно, хуй с ним. Вот этот налим пошел. Клюнуло, что ли, у меня? Ой. Вот этот налим у нас 310 грамм. Да пиздит этот кантер, ёбаный урод. Он показывал мне 600. Бля, ух ты, нихуя, у него жабры рвутся. Ну и вот этот лещ у нас попался. Насколько сейчас вешаем? Так, стоять. У меня сегодня какая-то хуйня оторвала. Короче, два крючка с поводком. Да ёб твою мать. Кило 195, кило 300 показывал, поняли? Показывает кило 230. Короче, хуйня, а не кантер. Ладно, всем пока. А это у меня здесь вет. Сколько рыбки то короче, поймал 4 щуки больших. Самая большая на 2300, две по кило 600 и одна кило 100. Ялуем, видите, как ножом вхуяриваю. Ладненько, дома засниму, на полу покажу. Вот такие вот дела, рыбачим. Пашка тоже поймал на 2600, короче, щуку одну, и все. Вот уловчик. Вот это вот стерляжина. Налим. Налим. Окунь, окунь, окунь. Два леща. Ну, тут дохуя лещей. И щуки. Короче, вот стол. Ширина стола 65 сантиметров. Длина 1,10 м. Вот такие экземпляры. Ну, по сравнению, вот этот окунь на 0,5 кг. Остальное идет больше. А, это видео? Угу. Нажми на ту нижнюю, которую включал один раз. Тут? Наверх.